Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок. Сегодня мы, добро пожаловать, братата, братата, играем. Мы отыгрываемся за прошлый раз, прямо сейчас, здесь. И никогда больше не проиграем, да? Окей, мы проиграли первый раз в Балатро. Ну, проиграли в смысле на последнем боссе. Балатро. Я ничего не соображаю, но я собираюсь отыграться, поехали. Я хочу за ту же колоду сыграть. Я хочу сыграть за зеленую колоду еще раз. Потому что надо отыграться. Как это мы вот не прошли зеленую колоду с первой попытки? Поехали. К тому же я заруинил сам. Или другую колоду. Черная колода. Плюс один слот Джокера. Минус одна рука в каждом раунде. Давай другую. Хорошо, давай черную колоду. Черная как ночь. Погнали. Меньше рук, больше джокеров. Экономический тег удваивает ваши деньги. Окей, это бессмысленно. Да, кошка? Кошка пришла. Окей, мы играли в флэш в прошлый раз, и флэш был полный трэш. Поэтому сейчас мы не будем играть в флэш. Сейчас мы будем играть что-нибудь покруче. И в этот раз нам нет смысла... Нет смысла не искать крутые карты, да? Пара королей. Две пары норм? Или две пары нет? На одну руку меньше. Черная колода ГГ? Не-не-не, мы будем выигрывать с одной руки. Мы просто с одной руки будем выигрывать, все, всегда. Сберемся с такой имбу, что ух. Всем имба-мымба. Так. Два короля, да две пары нормально. Чё две пары дают? Две пары не дают ничего особенного, да? Тройки? Сколько у нас троек? Еще две тройки. Можно собрать, попробовать каре? Попробуем вытащить короля. Давай попробуем вытащить короля. Или стрит. Стрит тоже хорошо. Первые блайнды проще проходить флешами. Раз, два, три, четыре. А, вообще-то да. Вообще ты знаешь, у нас действительно есть пики. У нас действительно есть пики. А, у нас действительно есть пики. Было бы очень обидно, если бы мы сейчас не вытащили пики. 276. Извините, жена звонит. Окей, я пришел. Так. Чем мы тут играем? Окей, у нас есть сет. Бабах. Победа! $4! Может было взять удвоение денег с тем же успехом. Окей, мы сейчас будем пропускать следующий, потому что там $15 за победу над боссом. Плутон повышает уровень старшей карты. Слушай, хочешь билд на старшую карту? Джокер. Плюс 2 фишек за каждый ваш доллар. То есть 2 фишки за каждый доллар. Билд на деньги равно сила. Окей, чат не хочет. Билд на старшую карту. У нас денег нет. Планеты. Надо как-то усилиться. Иди дальше. А мы не проиграем на боссе? Может хоть планету открыть, а? Давай, может, планету откроем. Плутон нас не усилит, окей. Старшая карта — фигня. На первом боссе нельзя проиграть. Окей, смотри и учись. Все червовые карты ослаблены. У нас есть сет с
ослабленной картой, но это все равно сет. Сет очень слабый. Ищем full house, играем сет. Много вариантов. Ищем full house, играем сет. Может, ищем каре? Если бы я искал, то я бы нашел. Нужен full house или каре? Я согласен. Давай full house или каре. О! Каре. Так это. Да. Тогда 630. Yes, one shot. Класс. Супер. И у нас $15 бонуса. Все деньги. Окей, $23. У нас есть все деньги. Плюс 3 множитель за каждую карту Джокера. Ну, у нас плюс 1 максимально Джокеров, но это, конечно, что-то... Сейчас будет плюс 0. Луна преобразует карты в трефы. Нет. Телескоп. Небесные наборы всегда содержат карту планеты для вашей наиболее играемой покерной руки. У нас сейчас нет более играемой. Спектральный пак. Так. Давай думать. А ваучер и фокусимся на чем-то. Ну мы сейчас опять можем попробовать собрать сет. Опять флэш, опять, в смысле флэш, опять сейчас сразу в трефы. И да, играем в старшую карту. Играем в старшую карту и берем апгрейды. Окей. Подожди. Старшую карту. Блин, мы не взяли старшую карту. Флэш классный, трефы, играем в флэш. У нас много денег. Мы можем рольнуть Джокеров. Ваучеры Джокера. Нет, Джокер этот плохой, он мне не нравится. Он сейчас ничего не делает. И потом будет делать не очень много. Давай посмотрим спектральную карту. Давай посмотрим спектральный набор. Что здесь будет? Аура. Добавляет фольговый, голографический или полихромный эффект к одной выбранной карте в руке. Пусть нет треф. Уничтожает одну случайную карту в руке, добавляет 4 случайные улучшенные числовые карты в вашу руку. 4 числовые? Числовые? Что это нам дает? Какие-нибудь Фибоначчи, да? Та-т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 а
прикольного сделать. Что с этим можно сделать? Ну, можно, понятно, улучшить одну карту. Давайте, славые. Бабах! Одна золотая, две удачные и одна стеклянная? Я не знаю. Окей, ну мы берем этот ваучер, короче. И будем... И будем делать что-то, видимо. Каре, фулхаус, сет. Сет? Сет? Сет на цифрах? Ну, у нас есть цифры. У нас две пятерки, есть двойки, есть пятерки. Full house? Full house лучше, чем сет, да? Ой, давай full house. Мы еще не играли full house. Давай попробуем full house. Каре заманчиво, но так рискованно.
Full House сложно? Мне тоже кажется, что Full House сложно. Как провернуть Full House? Тебе нужно два типа карточек любых мастей. Каре. Каре такое редкое. Такой ва-банк. Каре типа... Ну, сет легче, чем каре. Full House нам нужно две пары и надеяться на удачу, а сет легко. Окей, давай сет. Мне кажется, сет лучше, вот если так сразу на него рассчитывать. Пропустить блайнд. Ручной тег дает $1 за каждую сыгранную руку в этой партии. Босс крюк сбрасывает две случайные карты за каждую сыгранную руку. Большой блайнд. Перебросы в следующей лавке начинаются с нуля. Окей. Так, давай играть. Мы ищем сет. Каких карт у нас больше всего? Okay, у нас есть семерки, есть пятерка. В колоде 4 пятерки, 2 семерки. По идее, нужно искать пятерки-семерки. Так. А если мы не... А, семерки, сет. Сет. И сбрасываем. Ну, лица, получается, сбрасываем. Ну, okay. Может, восьмерки-девятки сбрасывать с тем же успехом. Это будет сет. Okay. Сет пошел. 350. Ну, пока что не миллионный сет. Но он есть. Стеклянная тройка. Стеклянная тройка просто удалится. Дамы, пятерки, четверка. Стрит намечается. Но мы должны играть сет, чтобы он был самым играбельным. И на него всегда апгрейды выпадали. Одна дама, две тройки. И много пятерок. Окей, тогда вот это все в сброс идет. Черт. Это какая-то ловушка Джокера. А, есть. Есть каре. Есть каре, но нам надо сет играть. Надо играть сет. Стеклянная тройка удалится, если мы ее сыграем. Ну, когда-нибудь сыграем. Бабах. Ой, где? А у меня сбросов нет. Это... Окей, две пары? Помогите! О, живем! Живем! Ничего не боимся. Так, 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 так. Okay, сделать одну стальную карту можно колесницу. У нас есть деньги, карты Таро. Много карт Таро. Джокер яйцо дает $3 от стоимости продажи в конце раунда. Это что значит? $3 от стоимости продажи. Добавляет к своей стоимости продажи $3 каждый раунд? У него растет цена продажи. Okay. Ну, наверное, надо его купить. Дурак повышает уровень сета. Бубны. Дикая карта. Окей. Okay. Мы используем здесь дурака. По-любому. Венера. Еще одна карта Таро. Ну, надо усиляться, потому что мы сейчас проиграем. Иерофант. Две карты до бонусной. Пятерки. Пятерки? Да, пятерки. Окей. Пятерок в колоде. Пять. Пять пятерок. О, пять троек, пять двоек. Можно пятерки, можно двойки. Но пятерки выглядят лучше всего, потому что там есть удачная карта. А тройка, скорее всего, уничтожится. Стеклянная. Либо уничтожить две карты.
Ну это даму и туза. Нам тогда нужно на цифры играть, искать каких-то джокеров на цифры. Удалить выгоднее? Я не знаю, в колоде 52 карты. Насколько выгодно удаление? Ну давай удаление. Давай попробуем удаление. Ну и колесница делает стальную. Давай, надо любое усиление, которое можем найти. И пропускать бессмысленно. Две пятерки. Так, 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 так. Тройки, двойки, пятерки. Тройки, двойки, пятерки. Феллер. Диенгел ЦК и Истьершфт. Энсегюиннинчтен. Спенден сиатри бананин на день год дизуфалс. Виталий Сергеев. Sprechen Sie Deutsch, parlez-vous français? Итальяно? Мама мия? Благодарю. Danke schön. Für donaten. $404 сердечком. Danke, danke. Сет! Окей, сет. Сет на пятерках, играем. Мы просто играем все сеты. Надо было улучшить что-то. 2000 сета. Найс. Надо было колесницу использовать. Окей. $9. Банковская карта. Взять в долг до $20. Полуджокер. Плюс 20 к множителю, если сыгранная рука содержит 3 или меньше карт. Наш. Это точно наш, не думая. Планеты нам всегда дают сет. Вопрос, покупать ли $20 в долг? Ну... Хотим мы в минуса уходить? Какой минус в уходе в минус? Минус в том, что у нас не будет прибыли от процентов. Да. Не бери долг в казино. В минусе плохо, окей. Не уходим в минус. Уходим в сет. Сет по полной, пошли. С этим джокером точно сет. Ноль. Крюк. Бабах. Вольты. Вольтов у нас нормально. 4 вольта. Семерки тоже самое. Ну, 2 вольта, 2 семерки в колоде. Сбрасываем вот это все. Потом будем колесницу использовать, когда найдем сет. Если найдем сет, ты хотел сказать, да? Ты хотел сказать, если найдем. Что в такой ситуации лучше всего делать? Дальше искать сет. Играть две пары и надеяться на пятерку. Ну давай, две пары и надеемся на пятерку, да? Или проще их сбросить? Не, ну с двух пар мы хоть что-то получим. О, босс сбрасывает две карты. Нет. А, у нас сет на тройках есть. А, блин. Что творить-то, изверги? Окей, улучшить вольта до стальной карты. Окей, сыграть три тройки. Три тройки должно быть норм. Бах-бах-бах. Множитель есть. Тысяч-тысяч-тысяч. 4600. Все, мы живы. Чуть не сдохли. Это было так близко. Капец.
Выигранные карты черви дают плюс 4 множитель. Ваучер, переброс блупост блайнда один раз за анте. Карты Таро, играем мобильные карты. Наверное, пока пропускаем магазин. Тег купона. Начальные карты и бустерные наборы в следующей лапке бесплатные. Это на самом деле много денег, да? Ну, если все скупить. Тег скорости дает $15. Ну, тоже больше, чем мы заработаем. Единственное, что мы сразу на босса пойдем, который минус один к размеру руки дает. Это все деньги. Сет на тузах. Сразу. Просто вот, вот сразу. Играем. Нет смысла ждать. Играем сет на тузах. Да. Просто играем его. Пятерку оставили. На всякий случай. Всего лишь 1000. Лишь 1000. Окей, нужно найти пятерку, тройку, двойку. Надо было играть 3 карты, чтобы работал полуджокер. Нет. Окей, я заруинил. Я заруинил, ребят, потому что я забыл про полуджокера. Надо играть 3 карты. Я дурак. О, нет, мы проиграем, да? О, нет, сколько у меня троек? 4 тройки в колоде. Надо сбрасывать. Четверка, четверок 2. А, нет, 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 пожалуйста, нет. Только не это. 4 пятерки, но она всего одна. Надо вытащить четверку. А, блин. Я забыл. Два сброса, окей, два сброса. Вопрос, сбрасывать ли пятерку? Или оставлять? Потому что пятерок 4. Окей, по-моему, тут надо сбрасывать пятерку. Она четверка или тройка? Тройка! Таскили! Тащим чисто на скиле. Никакого везения. Вот как надо в казино играть, дамы и господа. Учитесь, смотрите, учитесь, пока я жив. Фибоначчи. Фибоначчи бесплатный. Каждый сыгранный туз, двойка, тройка, пятерка или восьмерка дают множитель плюс 8. Это наш. Это точно наш. Так. Так, 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 так. Все бесплатное, кроме ваучера. Ваучер, карты планет в вашей расходуемой зоне дают x1.5 множитель за соответствующую покерную руку. Положить сюда 2 сета. Две карты на сет и... Да? Да. Это, по-моему, наш ваучер. Осталось найти две карты на сет. Тут карты джокеров. Ну, все равно берем, конечно, карту джокеров. Плюс 2 множитель за каждый переброс в лавке. Тратишь деньги на рерол и получаешь множитель. Ученый. Сыгранные тузы дают плюс 20 фишек и плюс 4 множитель при подсчете. А тузы норм? Тузы с Фибоначчи работают. Ну, перебросов мы много делать, наверное, не будем. Давай тузы. Да, кстати, можно за 11 продать. Херофант улучшает 2 выбранные карты до бонусных. Подожди. Надо херофанта купить. Умеренность дает общую стоимость продажи всех текущих джокеров. $18. Просто деньги. Давай деньги. Деньги хорошо. Тебя купить. Переброс. X4 множитель, если сыгранная рука содержит каре. Семья. Мы уже сет качаем. Сет и каре, они типа идут рука об руку.
Но, наверное, не нужно. Мы не найдем карты на каре. То есть 10 фишек, если сыгранная рука содержит стрит. Не наш. Я думаю, что мы сейчас усилились нормально этими джокерами. И ничего не боимся. 5 пополнения. Создание до 2 обычных джокеров должно быть место. Место есть. Случайные обычные джокеры. Наверное, это невыгодно. Босс, потеряйте $1 за каждую сыгранную карту. Босс делает минус деньги. По идее, перед ним надо все потратить в ноль, да? Джокеров можно продать. У меня как раз 2 слота под джокеры. Джунглерский тег плюс 3 к размеру руки в следующем раунде. Нужны джокеры. Чат говорит, нужны джокеры, но мы можем купить джокеров. Нам нужно до босса потратить все деньги. Бери джокеров. Говорят, бери джокеров. Синий джокер. Плюс 2 фишки за каждую оставшуюся карту в колоде. И бегун на стрит. Абсолютно бесполезно. Шли сюда. Надо потратить деньги. Окей. У нас Фибоначчи, значит. Значится Фибоначчи. Это будем продавать. Значит, Фибоначчи, значит, бонусная карта. Пятерки, тройки, двойки. Ну, в принципе, то, что мы и делали, но еще тузы. Еще тузы, но, наверное, если сразу 2 тузов не вытащили, то лучше сбрасывать. Двойки. Чик-чик-чик. Не думая. Не, давай 1 двойку сделаем бонусную, да? Давай сделаем бонусную двойку. Почему не сделать бонусную двойку? Тысяч. Бабах, 11 тысяч. Отлично, ваншот. Класс. 44 рубля. Босс заберет все деньги. Бегун абсолютно бесполезен. Император. Дает 2 случайные карты Таро. Обычный джокер на 4 множителя. Окей. Давай смотреть, что тут. Императрица улучшает 2 карты до карт множителей. Верховная жрица создает карты планет. Тузы сильнее, но у нас их мало. Да, у нас всего 3 туза. Вот в чем проблема. Мне кажется, нам надо через цифры пробовать играть. Через двойки, тройки, пятерки. Смотри, паки. Тут джокеры. Плюс 80 фишек, если сыгранная рука содержит флэш. Но это было бы полезно вчера. Красная карта. Тоже было бы полезно вчера. Ну и то, и другое фигня. Красная карта, пропускать бустерные наборы слишком поздно. Она и в прошлый раз нас не спасла, и сейчас вообще, ну чё, продаю нафиг. Открывай стандартный, трать Таро. О, точно. Каре! И на что, простите, мне здесь тратить? А, подожди, что у меня тут столько шестерок? Зачем они мне нужны? Нам не нужны эти. Мне не нужны шестерки. Минус деньги получается. Ну пропуск, чё ж. Куда мне эти шестерки? Бери червей. Они с Фибоначчи не работают. Мне невыгодно. Окей. Давай перебросим джокеров.
Карты с лицом дают плюс 30 фишек. Плюс 3 множитель за каждую карту Джокера. Эта штука хотя бы нам сейчас что-то даст, да? Вопрос, тратить ли все деньги перед боссом или нет? Или мы сможем не влететь? 18 множителя, это нормально. Там за каждую сыгранную карту минус доллар. Теоретически мы можем его затащить с одного розыгрыша, да? 12 тысяч мы можем набить. Еще сделаем карты множителя императрицей. Я думаю, можем. Окей. Двойка золотая, ее можно оставить, попробовать пожадничать. Тройки, пятерки. Сбросов так мало. Тройки. Так, стой. Две карты до карт множителей. Тройки. Использовать. Играть. Минус 3 бакса. Но есть шанс выбить 12 тысяч сейчас. Ху-ху, 17. Хорошо. Кстати, планеты надо было сделать, да? Есть, получилось. Отлично. И деньги остались. Давай посмотрим, что здесь. Пара и сет есть. Стой, или сет надо оставить для множителя? Это точно можно продавать. А, это где у нас было? Это в Джокерах было? А у меня ваучер был. Ваучер. Каждый планет в вашей расходуемой зоне дает x1.5 множитель за соответствующую покерную руку. Окей, то есть это надо оставлять. Здесь тоже будет карта планет. Идея такая. Мы берем эти две Венеры, и они у нас лежат вечно, да? А я не могу ее положить, я ее могу только использовать. Понятно. Ваучер. Карты планет появляются в два раза чаще в лавке. Карты планет. Но... Первый ваучер, небесные наборы, всегда содержат карту планеты для наиболее играемой покерной руки. Нам не нужны, собственно, карты планет, нам нужны наборы планет. Да, так что карты планет не нужны. Окей, давай Джокеров искать. Джокер. Сыгранные карты с нечетным достоинством дают плюс 30 фишек при подсчете. Пятерки, тройки, не двойки, а тузы. Можно взять. Вопрос, вместо чего? А вместо ученого, да? Тузов мы играть не будем. Можем продать яйцо, но с другой стороны ученый практически бесполезен. Можно яйцо продать, ну пускай лежит. Лежит, есть не просит, да? Давай продавать ученого, но он реально не нужен. Окей, ты идешь в самое начало. Давай перебросим. Один бесплатных перебросов за каждую лавку. О, умеренность. Это деньги. Да, спасибо за деньги. Бесплатные перебросы. Что-то не то, да? У нас много денег. Давай оставим деньги. Тег ваучера. Добавляет еще один ваучер в следующую лавку. У нас так много денег. Мы можем купить ваучер, если захотим. Да, покупать деньги не надо. Так, что у нас тут еще раз? Девятки и семерки еще усиленные. Восьмерки, фигня. Но вообще нам нужны двойки, пятерки, тройки, честно говоря. И это двойки. Правда, золотая, ее бы не играть. Но с другой стороны, денег у нас дофига. Наверное, сеты надо просто играть и не думать. Это правильный ход. Думаю, здесь мы не наберем так уж сильно много. Но еще Венера есть.
Ау, 24 тысячи, наберем. Я был неправ. Набрали. 64 рубля, все деньги. 50 фишек, если сыгранная рука содержит пару. Сет всегда содержит пару. Это просто 50 фишек. Ваучер, скидка на перебросы. Окупается за 5 перебросов. В принципе, нет смысла не брать, да? Наверное, будем перебросы делать. Куча карт Таро. Ну давай, давай усиливаться. Будем усиляться. Джастис делает стеклянную карту. Уничтожает карту, каменную карту. Каменные нам не нужны. Уничтожение? Да. Даму? И десятку или туза? Даму точно сносим, их всего три. Восьмерку. Восьмерку. Лица нам ничего не делают? Да, лица бесполезны. Туза? Туз все-таки Фибоначчи. Восьмерка вообще ничего не делает. Восьмерок тоже... Нет, восьмерок четыре. Восьмерка Фибоначчи? А, восьмерка Фибоначчи, вы правы. Окей, тогда вот так. Или десятку. Десятку. Все мне десятки. Десятки вообще ничто. Но туза 3, а десяток 4. Окей. Туза можно улучшить до двойки. Не трогать туза. Тогда так. Еще уничтожение карт. Делать сейчас сливу или стальную. Короли. Прощайте, короли. Goodbye, my love. Чистим колоду по полной. Или надо было десятку уничтожать? Надо было уничтожать десятку. Я же только что уничтожил десятку. Ну блин, это. Ну блин, это. Да, вот именно это. Добавляет одну каменную карту в колоду при выборе блайнда. Не надо. Перезапуск первой сыгранной карты, использованной при подсчете. Сыгранные карты пики дают плюс 4 множитель при подсчете. Хочу я перезапускать первую сыгранную карту? Чё-то как-то... Мы... Мало счастлив... А, это для счастливых карт, окей. Для всяких жетонов, окей. Плюс 10 множителей, если сыгранная карта содержит флэш. 150 фишек, если каре. Короче, плохой магазин. Игла. Играйте только одну руку. А, мы мертвы, что ли? А, ну... Это... Было приятно с вами служить, господа, все дела. Классная партия. Блин. Я не посмотрел босса, надо было все деньги тратить, надо было яйцо продавать. Окей, сейчас соберем сет. Тихо. Нужен сет на тройках, двойках, пятерках. Лучше всего на пятерках или тройках для чтобы и Фибоначчи были, и нечетные. Все остальное будем скидывать. Есть три двойки. Есть две тройки, две пятерки, две двойки. А планета лежит так надо. Планета должна здесь лежать. Правильно ли стоят джокеры? Да. Да. Сброс двоек. В колоде три двойки.
только стеклянная, блин. Пятерок 3, двоек 3. Пятерка счастливая. Надо нужны тройки, пятерки. Вы правы, нужны тройки, пятерки. Собака! Есть, есть тройки. Этого хватит? Я не знаю. Но у нас другого выбора нет. У нас лучшие тройки, которые у нас есть. Если хватит, значит хватит. Если не хватит, то не хватит. Мы ничего не можем сделать. Окей. Тысяч, 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 тысяч. О, 38 тысяч. Да. Хватило. 38, это нормально. Это хорошо. Парейдолия. Все карты считаются картами с лицом. Императрица улучшает две карты до множителей. Спектральные карты. Переброс босс блайнда один раз за анте, $10 за ролл. Слушай, может быть надо купить такую штуковню? Вдруг где-то попадется какой-нибудь босс блайнд, который нас контрит. Императрицу, потом спектр. Разумно. Анг. Создайте копию случайного джокера, уничтожьте всех остальных джокеров. Хочешь сладких апельсинов? Добавляет золотую печать к одной выбранной карте. Получив чай $3, когда разыгрывается эта карта. Золотую печать на пятерку можем поставить. Можно продать тебя. Продать вот этих, они не очень сильные. Попробовать скопировать какого-нибудь полуджокера или Фибоначчи. Вот эти три можно продать. Ну, окей, синего можно точно продать. Вот этот дает нам за пятерки, тройки 90 фишек. Будет ли выгодно? У нас много денег, но мы не закупимся. А по-моему, не сможем закупиться. Всех продать, оставить полуджокера. Насколько это выгодно? Фибоначчи дает 24. Не, что-то невыгодно. Не надо, это руина будет. Окей, по-моему, надо просто делать золотую печать на пятерку. А императрица дает карту множитель, но, блин, на что ее, на пятерку ставить? Императрицу надо оставлять. Золотую печать на пятерку. Императрицу мы оставляем. Окей, планеты. Это. Ну, тут нам ничего не надо, да? Старшую карту. О! С 12 множителей, если сыгранная рука содержит сет. Джокер на сет. И он не очень хороший. Хотя сейчас продать яйцо, наверное, 23 рубля за яйцо уже нормально. И взять его пока что. Я думаю, да, нормально. Пойдет. Пойдет. Все, с яйца бабосов срубили. И давай купим этот ваучер. Вдруг попадется какой-то страшный-страшный босс. Например, змея. После игры или сброса всегда тяните 3 карты. Вот, например, змея. $15 за босса. Мега стандартный набор. Мы хотим заходить в магазины. Я думаю, мы хотим заходить в магазины, хотя я все еще не уверен в нашей колоде. Например, вот это вот что.
Тройки. Окей. Например, вот это вот чё? И двойки, тройки. Последний сброс. Например, вот это вот чё? О-оу. О-оу. Что делать? Играть старшую карту. Стрит? Стрит ничего не делает, ребят. Стрит такой слабый. Он вообще не прокачанный. Нам нужно играть сет, иначе мы не 20 тысяч не наберем. Стрит нам даст, наверное, 1500, что-то такое. Окей, у нас есть тройки. Лучше две выбранные карты до карт множителей. Пятерка, тройка. Бабах. И играем тройки. Тройки затащит. Бабах. 43 тысячи. Все, кроме сета, мы не можем играть. Еще карты множителя. Плюс 100 мороженое. Плюс 100 фишек, минус 5 фишек за каждую сыгранную руку. Типа в начале очень круто, да? Карты Таро. Ну давай тратить деньги, куда их экономить? Правосудие. Создает случайную карту Джокера, должно быть место. Создает две случайные карты планет. Колесо Фортуны! Нам влезет только одна карта планет. Колесо! Крути! Нет. Нет. Что это такое? Создает карту планеты, если карта удерживается в руке в конце раунда. Надо найти еще одну Венеру сюда. Но Вальта добавлять так не хочется. Очень не хочется добавлять Вальта. Мне кажется, он того не стоит. Мороженка намного лучше синего Джокера. Кстати, да. Синяя фишка самая слабая из усилений. Вот мне тоже так кажется, что это руина. Я думаю, это руина. Окей, пропустить блайнд, получить мега стандартный набор. Две из пяти игральных. Я лучше в магазин пойду. Там надо в магазине найти Венеру. О, двоечки. Подожди. Прежде чем играть двоечек, давай попробуем найти еще одну двоечку, чтобы заставить золотую. 5 долларов, когда эта карта разыгрывается и подсчитывается. Окей, не нашли, но нашли этого вольта. Ну давай, короче, играем двойки. Не надо изобретать велосипед, окей? Потеряем 3 рубля, но будем жить. Не взял мороженку? А, да, не взял. Мим, перезапустите все способности удерживаемых карт в руке. Забег на 5 миллионов был с мимом. Автобусный тур. Плюс 1 множитель за каждую последовательную руку, сыгранную без дающей очки карты с лицом. Это наш... За каждую последовательную руку. Но мы на 6-м анте. Сколько мы их сыграем, этих последовательных рук? 5? 6? 8? Нужен был раньше, он не раскачается уже. Йо, не успеваем. Да, поздно, но он хорош. Сет. Насчет мима, ну это... Уже мим реалистично, у нас только вот для одной... Остальной карты. Тут как-то слабо. Еще одна стеклянная тройка. Наша стеклянная тройка все еще жива. Давай еще одну. Стеклянные тройки — это классно.
И так много урона дают. Там, правда, шанс 25% сломаться каждый раз, но кому же легко. Преобразует в пике пара. Сыгранные карты с лицом имеют шанс дать деньги. Плюс 40 фишек за каждый оставшийся сброс. Какие-то фиговые джокеры. Джокеры фигни. А это, господа и дамы, стартовая рука фигни. О-оу. И мы вытаскиваем только три карты после игры и сброса. Можно было перебросить босса, да. Мне нет смысла сбрасывать больше трех карт, да? Я чуть не подумал об этом. Сбрось одну. Всегда тяните три карты. Если сбросить одну, у меня будет больше карт. Точно? Да? Окей. А, вы правы. Окей. Вытащили две двойки. Так, вольтов 2, десяток 2, девяток 3, семерок 3, шестерок 3. Но шестерка самая бесполезная из всех. Семерки хотя бы нечетные. Девятки тоже. Шестерка не делает ничего. Две девятки, две пятерки, две двойки. Все понемножку. Сбросим еще одну шестерку. Три вольта. Три вольта. Валет, блин, стальной. Собака такая. Надо тогда девятки сыграть, пускай стальной валет работает. Окей, три девятки. Давай. Не самые наши сильные, Фибоначчи на них не работает, но... Но валет, множитель и 36 тысяч. Все, я вроде как успокоился. Вольты должны добивать. Все, вольты, вольты точно добивают. Ну, 4 тысячи. И с золотой карты еще 3 рубля получаем. Хорош. Фух. Я бы, кстати, не догадался без чата, что надо одну карту сбрасывать. Я бы 3 сбрасывал. При выборе блайнда создает 2 обычных джокера. Должно быть место. Редкий какой-то джокер. Этот джокер дает x05 множитель. За каждую проданную карту сбрасывается при победе над босс блайндом. Шо? Плюс один слот расходуемого. Вот это для нас по идее имба. Мы найдем еще где-то Венеру возьмем. Надо Венер найти. Этот джокер тащит. Как продавать карты? Типа продавать джокеров? Таро продавать. Ага. Или джокеров. И мы можем прямо сейчас этим заняться. Купить его, продать синего джокера. Будет 1.5 множитель. Мы не хотим продавать. Он на 1 анте. Окей. Купить его заранее на 8 анте, на финалку. Что-то так себе, по-моему, план. Бери оба джокера, они комбятся. Так.
Подожди. Точно, этот будет создавать двух джокеров. Ты их продаешь, получаешь деньги. Для этого нужно три слота для этой комбы. Окей. Ну и что мы тогда продаем? Наверное, дурацкого джокера. У него множитель всего лишь 12. Полуджокера оставляем. Страпного джокера тоже оставляем. А, подожди, 4 слота нужно. Нужно 2 слота под этого, один под этого. И еще один под него. 4 слота. Не, мне кажется, мы сдохнем, если сейчас 4 слота под джокеров выдадим. Пошли дальше. Мега небесный набор. Мне кажется, нам такие не нужны, потому что я их не могу сложить. Мы заруиним сейчас все вправо. О, 3 девятки. Подожди. Пятерка, четверка, десятка. Туз. Что у нас какая-то опасную игру мы играем с этим сетом? Вы не думаете, господа? Вроде как красиво. 35 тысяч вроде выбили. Один раз не вытащить сет. И все. Джокер-вампир дает x02 множитель за каждую сыгранную лучшую карту, улучшенную карту, снимает улучшение карты. Так, тогда стекло сыграем. Сыграем вот это. У нас много улучшенных карт. И причем улучшения такие не самые имба. По-моему, это наше. Стекло даже хорошо снять, чтобы они не сломались. Цифровые множители здесь нам не нужны. Лаки тоже не нужны. Да. Мы его точно берем. Так, синий джокер у нас самый слабый, да? Или синий джокер хорош, потому что там дает много цифр? Нет, синий джокер точно должен быть самый слабый. Окей, вампир, ты идешь сюда. И осталось его качнуть. Кстати, давай тогда стандартный пак покупать. Хочется сказать, надо любую карту с модификатором, но не хочется проигрывать очень сильно. Типа я не буду даму играть. Семерку не буду, четверку не хочу. Сколько у нас семерок? Семерок у нас 4. Эта семерка дает карту Таро при сбросе. Давай лучше пятерку возьмем. Она без ничего, но зато она... Что она хорошая. Две карты множителя. Сила. Это бы тузов. Солнце делает черви. Сила. Взять силу с собой. И можно потом будет что-нибудь замутить. Или взять вот это для карт множителей под вампира. А что делать? На что их кидать? Восьмерки, что ли? На восьмерки можно, а не Фибоначчи. На семерки. А почему? Семерки у нас нечетные. Фибоначчи лучше. Семерки превратить в восьмерки. Я думаю, нам нужны множители. А мы либо одно, либо другое сможем взять. Силу на семерке, чтобы сделать восьмерки, логично. Окей. Это увеличит шансы не заруинить. Я думаю, это да. Да. Лавки, негативный джокер. Негативный джокер нам нужен. Мы множитель еще за количество джокеров получаем.
а босс ранее сыгранные карты ослабляются в этом анте. А, черт, надо было вообще не играть. Окей, давай, давай Джокера. Погнали. У нас не должно быть, у нас только девятки будут ослаблены и может быть еще что-то. Окей. Вампир снимает бафы. Тройки, двойки. Это все в сброс. Тройки, двойки, тройки, двойки. Есть тройки. Окей. Тройки, вампир кушай. Кушай, вампир. Расти большой и сильный. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. 1.4 множитель, это хорошо. И бабах, 50 тысяч. Вампир кушает. У нас много восьмерок теперь. 4 восьмерки еще. 2 сброса. 3 восьмерки, 3 двойки, кстати. 5 пятерок. Давай вот так. Ой-ка. Двойки в сброс. Их еще 3 в колоде. Я боюсь, что мы не вытащим. 20 тысяч это тоже как бы на дороге не валяется. Один сброс остался. Нужен сет, да. Да, нужен, нужен. Тогда тройку вот это все скидывать надо. Вот так. Сил пятерку. Ну как же так-то? После всего, через что мы прошли. Нет. Найн. Фу. Живем. Окей, что нам лучше сыграть, двойки или восьмерки? Я не знаю, по-моему, двойки. А, да, и вампир съел улучшение, все правильно. Окей, последний. Сейчас последний этаж. Последний бой, он трудный самый. Негативный, добавляет двойное достоинство на меньшие карты в руке к множителю. А имею в виду, он негативный. Но это полный трэш. Ваучер на плюс один слот карты. Нет минусов? Ну да. Ну да, минусов нет, вы правы. Ну и давай паки планет. Закупаемся под ноль. Не имеем права проиграть. Все, экономику слили. Погнали. Ну может мы тут сейчас все пропустим. А мы пропустим, потому что плюс 3 размер руки. Я думаю, лучше, чем плюс 3 размер руки, мы ничего не можем найти. Вообще никак. Это 3 добора, но это имба. Надо пропускать это и сразу на босса. Босс. Одна карта принудительно выбирается всегда. Я не оставил деньги для переброса босса. У нас денег нет. Тогда надо играть, да? Плюс 3 размер руки все-таки не лучше ли? Нет. Надо играть, надо играть. По лезвию бритвы. Окей, остальная карта. Пятерка. Двойки. Восьмерка одна, надо скидывать. Пятерка улучшенная. Тройка целых 5. Слушай, мне кажется, остальную карту лучше сбрасывать. Мы ее все равно сыграть не сыграем. Да и четверки.
Две тройки, две двойки по классике, да, пошли? По классике пошли. Дракулу покачаем сейчас, если не умрем. Как так-то? Пить то же самое. Рай двойки, чтобы убрать золотой эффект. Да, я знаю, но у меня нет сета. Пять пятерок в колоде. Ну, пятерку надо сбрасывать. Последний сброс опять? Нет! Окей. Помогите. Нет. Дай мне тройку или двойку. Живем. Живем ли? 50 тысяч, мне кажется, мы не делаем за одну руку. Восемьдесят семь делаем. $4. Окей, у нас есть 9. Ну и чего? Мы не насобирали все равно на рерол босса. Играем дальше. Там нужно 10. Опять та же лабуда. Что это такое? Окей, шестерка. А мы не можем пытаться вытащить девятки или вольты. Или можем? Продать Венеру? Не-не, Венера дает нам модификатор, когда лежит в инвентаре. Все правильно. Две пары, сыграй с королем. Мне кажется, надо попробовать вытащить сет девяток или вольтов. А сбросить вот это вот. Вот так. Да. Есть. Нет. Нет. Опять такая дичь. Опять то же самое. Помогите. Рит? Где? 8-9. 8-9. Валет, дама, 3. Рит. И стрит все равно ничего не дает. Тут бесполезен даже, если был бы. Окей. Тихо. Спокойно. Покуха, братва. Нам надо всего лишь 75 тысяч. Это легко делается. Это очень легко делается. Это самое легкое, что можно придумать. Самая легкая. О, три восьмерки! Играй три восьмерки! Давай. Бабах! Миллион! 54 тысячи. Нам еще один сет нужен. У нас осталось две руки. У шамана две руки. У нас 4 тройки, 3 двойки. Один туз. Окей, надо играть две пары, которые дадут 500 очков. Играть тройку для вампира? Не играй две пары, обрезанный. Ну и чего? А что мне играть? Чего мне играть? Окей, я не играю две пары. Что я играю? Двух тузов просто вот так.
Там очков все равно не будет. А так мы хоть побольше скинем, и есть шанс вытащить двойку. Только шестерок. Шестерка одна, туз один. Нет. Тузы и валет для вампа, он с вальта не снимет. Надо играть так. Это абсолютно бесполезная рука, она ничего не даст. 11 тысяч? Не знаю как, но это сработало. Окей, у нас есть 15 на реролл. Есть бизнес-карта. Какой-то стрёмный джокер на спектральные карты. Может купить один вот аркан пак. Нам останется на реролл. Стальную карту, каменную или черви. Окей, ну тут точно стальную. Стальную даму. Да. Все, дальше и... Как перебросить босса? А, вот переброс босса. Очень большой блайнд. 300 тысяч. Это лучше? Вы уверены, что это лучше? Чё-то я не сомневаюсь. Точнее, сомневаюсь. В первой руке есть двойки. О, подожди. Подожди, у нас есть двойки. Под вампира. Так. Тут есть интересный момент. Не стоит ли нам играть еще две дополнительные карточки, чтобы прокрутить колоду и попытаться вытащить тройку? Мы потеряем этого кого-то полуджокера, получается 20 множителя потеряем. Планета должна лежать в инвентаре. Чат говорит, не стоит, окей. Нам говорят, не стоит. Окей, не стоит, значит не стоит. Три двойки вперед. 74 тысячи. Три тройки. Окей. Вопрос. Нет вопросов. У матросов нет вопросов. Надо играть три тройки. Что мы лучше вытащим? Стеклянную тройку. И еще у нас есть две стальные карты. Надо попробовать найти стальные карты, ребят. Пятерку скидывать очень не хочется. Прям очень не хочется. Но, по-моему, нам нужна стальная... Тут нужны стальные карты, да? Не трогай восьмерки. Мы тогда ничего не крутим. Давай тогда играть тройки сейчас. А чё я сброшу три карты, что ли? Блин, ну три карты сбрасывать это не серьезно. Ага, чёрт. По-моему, надо сбрасывать восьмерки и рисковать. Осталось два сброса. Играть и сыграть трех. Надо сбрасывать. Надо рисковать. Ва-банк. Одна стальная есть. Окей, одна стальная. Вторую вытащить бы. Один сброс, две руки. Сейчас можно сбросить четыре смело. Умно разбрасывать. У нас есть четыре тройки. Четыре тройки нам не нужны. Стеклянной нет. Ну, одна стальная, все, играем, чё. Две стальные было бы классно.
128 тысяч. А, вот, вот стеклянная тройка. Ас, одна рука. Все. Стеклянная тройка здесь. Окей, две пары, ну, как бы все. Что там две пары? 11 тысяч давали, да? Здесь нет сета. Играем одну пару. Одну. Окей. Давай одну. Там всего 13 тысяч получалось. Никак. И две пары тоже ничего не давали, ребят. Они там, они не прокачаны. Там нет цифр, множителя нет. Похоже, мы в дураках. Похоже, что да. Ставьте лайк, подписывайтесь. Оставляйте внизу комментарии для продвижения в алгоритмах. Спасибо большое, что смотрели. Увидимся в следующий раз. Блин, все, хату проиграли. Ну а чё, все. А как вы думали в казино играть?